Всем огромнейший привет! В сегодняшнем видео я хочу показать покупки из магазина FixPrice. Они у меня получились совершенно новогодние. Сейчас в данном магазине просто невероятное количество товаров именно на новогоднюю тематику. Сувениров, подарков, подарочных упаковок. Честно сказать, глаза разбегаются. Ну и давайте же посмотрим, что выбрала в данном магазине я. Первое, что мне попалось в магазине FixPrice, это вот такие замечательные подставки под горячее. В такой упаковке находятся 6 штук. Их размер 42 на 27 сантиметра. Я хочу обратить ваше внимание, что эти салфетки оказались достаточно тонкие. Я думала, они будут, ну, хотя бы немножко поплотнее. С обратной стороны они немного рифленые, благодаря чему они неплохо держатся на поверхности, не скользят. Мне понравился принт. Он такой праздничный, согревающий, новогодний, я бы сказала. Но учитывайте эту особенность, что по своему качеству они очень и очень тоненькие. А следующая покупка из FixPrice. Это у нас елка искусственная на подставке 70 сантиметров. А елка действительно на данной подставке держится хорошо, она качественно сделана. Ее стоимость 55 рублей. Смотрится неплохо, и я решила на свою кухню в этом году поставить такую вот елочку, чтобы она мне просто поднимала новогоднее настроение во время готовки. Почему бы и нет? И, девчонки, вот кто ищет такую небольшую искусственную елочку, то в магазине FixPrice есть большой выбор. А для того, чтобы украсить эту елочку, я выбрала вот такой набор елочных игрушек. Они небольшого диаметра, по 3 сантиметра, и здесь целых 15 штук. А следующая необходимая покупка – это наконечник на елку, светящаяся звезда. Здесь заявлено, что батарейки сразу идут в комплекте из серии «Снежное кружево». У меня такая звезда в прошлом году сломалась. Я увидела FixPrice, вспомнила об этом и, конечно же, тут же эту вещь себе прикупила. А для украшения комнаты увидела я баннер новогодний с Новым годом, тоже серия «Снежное кружево». А в раскладке он будет выглядеть вот так. И сами буквы, которые сделаны из плотного картона, они очень яркие, очень красочные. А мне кажется, будет смотреться вполне себе неплохо. А не в первый раз я покупаю салфетки в магазине FixPrice. На этот раз я выбрала новогодние. Они трехслойные, размер у них 33 на 33 сантиметра и в одной упаковке 20 штук. А что касаемо качества данных салфеток, они достаточно плотные, но в то же время они мягкие, очень яркие. И такие салфетки я уже неоднократно покупала, поэтому решила прикупить и в этот раз. Но, девчонки, не знаю, получаются ли они выгоднее или наоборот дороже, чем в других магазинах. Но лично таких салфеток пока в наших магазинах я еще не встречала. А также для поднятия такого новогоднего праздничного настроения на свою кухню я решила купить доску разделочную. Она стеклянная, идет она изначально вот в такой упаковке. У нее размер 20 на 20, она не впитывает запах, прочная, устойчива к царапинам, может использоваться как подставка под горячее. Много вариаций, всего существует 6 видов, но в нашем FixPrice было представлено только 2 вида. Это красненькая и синяя. Но кухня у меня в оранжевом цвете, поэтому синяя была бы, конечно же, не в тему. Я выбрала красную. Очень мне нравится эта доска, но она у меня будет, скорее всего, выступать в качестве декора. Я не люблю стеклянные доски именно использовать по прямому назначению, что-то на них разделывать. Ну, не знаю почему, но все-таки мне она понравилась, и я решила, почему бы и нет. Должна у меня такая доска быть, просто я ее поставлю на гарнитур и буду лицезреть. В качестве небольшого презента для своих коллег я выбрала календарь бумажный новогодний в 2 вариациях. Я выбрала с собачками и с кошками, но на самом деле их существует намного больше. Видите, 5 разновидностей бывает таких календарей. Оно мне понравились именно с собачками и с котиками. В качестве небольшого презента неплохо, как мне кажется, будут смотреться вот такие салфетницы. Это сборные салфетницы, материал у них дерево и картон.
И в собранном виде такие салфетницы смотрятся вот так. Не знаю, мне очень понравилась эта идея, понравилась эта задумка и то, как они выполнены. Смотрятся, конечно, они очень красочно. Коробка для подарка металлическая. Я выбрала в двух вариациях. Первая округлая, немножко большего размера. Внутри она выглядит вот так. Стандартная такая металлическая яркая коробка, которую можно кому-нибудь подарить, либо оставить для хранения мелочей. В хозяйстве всегда такая вещь пригодится. И вторая коробочка, которую я выбрала, она уже немного меньше по размеру, в виде такой звезды с елкой. Смотрится тоже очень и очень красиво. Внутри все то же самое. Пока не решила, либо я подарю эти коробки, либо оставлю их себе. Возможно, схожу в магазин Fix Price еще раз и посмотрю какие-нибудь другие вариации. Там просто, девчонки, выбор настолько огромный. Они есть совершенно разных оттенков, разные по форме, по размеру. Ну, в общем, выбрать есть из чего. С новогодними покупками это все. Теперь перейдем к такой косметической теме и около косметической. Я увидела контейнер для хранения косметических кистей, но я решила использовать этот контейнер для того, чтобы хранить в нем косметические карандаши. А внутри он самый обычный, и мне кажется, здесь как раз карандаши войдут в два ряда, должны поместиться все, которые хранятся в одном месте. А мне показалась эта идея достаточно удачной. Конечно же, магазин Fix Price изначально я шла ради подставок под губные помады, видела у многих девчонок, но в наш Fix Price, конечно же, такие подставки не завезли. Но еще однозначно схожу раз в этот магазин и посмотрю, может быть, все-таки повезет. Всегда в магазине Fix Price покупаю ватные диски, 140 штук, фирма КТ. Мне эти ватные диски нравятся, они достаточно плотные, они не оставляют после себя ворсинок. 140 штук хватает надолго, стоимость 53 рубля, почему бы и нет. И, конечно же, я всегда покупаю влажные салфетки. Влажные салфетки для интимной гигиены от фирмы КТ. Я использую их в качестве салфеток для рук. А мне нравится их аромат, нравится то, как они очищают ручки. Очень, девчонки, советую. И также я купила сразу 4 упаковки. Мне их хватит, в принципе, достаточно. Надолго. И последняя покупка, которую я совершила, это зубная паста Сплат. А ранее в магазине Fix Price были представлены эти пасты, но в маленьком объеме. Сейчас появились уже в объеме 100 мл. Стоимость такой пасты 77 рублей, что достаточно дешево. У нас в других магазинах, например, в тех же супермаркетах, стоимость зубной пасты Сплат за 115-120 рублей и выше. Цены, конечно, разнятся. 77 рублей я еще такой цены на эту пасту не встречала. А пасту Сплат я как-то уже давненько не покупала. Решила вспомнить. Пока приобрела только одну Актив, но в пустых баночках я уже поделюсь своим мнением на эту зубную пасту. Это все покупки, которые были у меня в магазине Fix Price. Надеюсь, данное видео вам было интересным. Оставляйте комментарии, не забывайте подписываться. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Всем пока!